Многие меня спрашивают, каким стапелем я пользуюсь при ремонте машин. Вот. И как машина ставится на этот стапель, принцип его работы. Итак, вот одни из деталей стапеля, подставки под пороги, чтобы поднять машину, зажимы и боковые части рамы. Ну и также сама рама, которая сейчас стоит на улице, вот она. К ней все крепится и машина ставится на нее. Итак, для начала поднимаю машину и ставлю подставки. Ставлю подставки. Подставки ставлю с двух сторон, так как вся машина поднимается. Ну а снимаю, естественно, только с одной стороны. Затем имеет подставки резьбовые. Такие подъемнички, и я поднимаю машину на нужную мне высоту, чтобы подъехал под нее стапель и влезли зажимы. Итак, стапель засунул под машину, примерно поставил по центру. Сейчас ставлю боковые части. Они зажимаются под конусом, потом и ставлю зажимы. Примерно по рулеточке выставляю машину ровно. Чем ровнее будет стоять, тем проще потом делать всякие измерения. Да и машина сама по себе будет стоять ровнее. Когда примерно выставил машину, опускаю ее в зажимы, но не так, чтобы пороги легли на зажимы, иначе их может промять. Просто чтобы захваты за кромки могли схватиться. И затем эти зажимы зажимаю. Итак, зажимаю зажимы к порогам и затем самому стапелю, и машина, можно сказать, установлена на стенде. Но этот сам вытяжной механизм, он у меня пневмогидравлический, работает очень просто. Подключается воздух и педалькой тянем куда нам надо. Вот таким образом он фиксируется стапелю. Можно просто к раме, можно к этой дополнительной части, смотря куда нам нужно тянуть. Значит, его можно поворачивать вправо, влево на 180 градусов. Ну и также сама стрела имеет ход. Тут, я думаю, градусов 120. 130. Вот таким образом коротко. И можно, в принципе, работать. Вот и все. Спасибо за внимание. Пока.